Игра получилась, правда, очень тяжелая, потому что это, можно сказать, первая игра наша, нового созыва, поэтому мы, конечно, знакомы между собой ребятами, но все равно, как бы, как команды мы играли первую официальную игру, поэтому мы наигрывали в связи, но все равно чувствуется, что команда только-только собралась, но будем прогрессировать и работать дальше. Подбор, подбор! Принимай, принимай, своя сопи! Ну, установка была, чтобы мы встречали во второй зоне. Играли, как нам сказал тренер. Играли за сборную России. Первый тайм как бы была равной, даже у нас более острые атаки были, а у них как бы не было. Ну, я бы не сказал, что матч будет следующий попроще, потому что Норвегия тоже очень хороший соперник. Поэтому именно внутри команды взаимодействие, я думаю, улучшится, потому что время идет, мы вместе, поэтому, думаю, качество игры улучшится. Такой же футбол и будет тяжелый, борьба на каждом, да, силовая везде. Кто выиграет подбор, тот, может сказать, и выиграет. I'm not gonna lie, you're losing the world straight.